28 апреля примерно в 8 часов вечера в микрорайоне Нурсат по улице Аргымбекова произошел наезд на пешехода. Под колеса Хонды попал 10-летний мальчик. Он пробегал дорогу в установленном для перехода месте на зебре. Благо, неподалеку проезжала скорая. Сотрудники бригады госпитализировали мальчика в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу. Перебегал. Вроде с бабушкой шел, блин. Перебегал дорогу, блин. По тормозам не успел. Я вот туда и сюда уже уворачиваюсь. Ну сильно его сбил или как? Или задел так? Честно, я не могу сказать, сильно, не сильно. Оставим еще то. Скорую сам вызвал, полицейский? Да, на той стороне проезжал, остановили. Сразу, да, повезло, да? На той стороне скорая ехала. Сразу она остановила саму и увезла его, да? На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они выясняют обстоятельства наезда на ребенка. Несколькими минутами позже дорожно-транспортное происшествие произошло по проспекту Кунаева рядом с автозаправкой «Бейбарс». Здесь столкнулись Volkswagen Passat и предварительно Toyota Hilux. Сказать точную марку последнего авто водитель Passat затруднился. После столкновения водитель внедорожника скрылся с места ДТП. По версии владельца Volkswagen, Toyota Hilux двигался со стороны улицы Жертоксан в сторону проспекта Рыскулова. Водитель Toyota внезапно свернул прямо на цветочную клумбу, снося на своем пути металлические ограждения. Вначале внедорожник врезался в правую боковую часть легковушки, а затем и в переднюю левую часть авто. В результате столкновения Volkswagen нанесен значительный материальный ущерб. Водитель при этом не пострадал. Ведется поиск второго участника ДТП. Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло на республиканской трассе Шымкент-Кызылорда-Самара в 80 километрах от областного центра. Здесь столкнулись УАЗ 14 модели и Лада Ларгус. В результате сильного столкновения задняя часть УАЗа была буквально вмята в салон. 4. Я двигался из Шымкента в Туркестан, соблюдал дистанцию. Скорость была примерно 80-90 км в час. Вдруг ехавшая впереди автомашина ВАЗ начала резко сбавлять скорость. Я пытался уйти от столкновения, но не смог и задел заднюю часть легковушки. По словам очевидцев, в этом дорожно-транспортном происшествии не обошлось без пострадавших. Водителя ВАЗа и пассажирку Ларгуса с различными травмами увезли в районную больницу. Обеим машинам нанесен значительный материальный ущерб. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожно-патрульной службы.